эфире «Бархатный сезон». С Вероникой Доваль и с Арнольдом Кукушкой. Радиоверсия. Что, смотрю, мне так приятно. Смотрю на тебя и думаю, это не Эдуард Баранов. А зачем нам он, третий? Зарплату придется делить-то на троих. Эдуард, красавец мужчина, и рост, и косая сажа в плечах, и усы какие. Ничего, плечи у меня для моего роста пропорционали, а усы можно отрастить. А рост? Тебя вон из-за стола еле видно. Хорошо, что подушечки на кресло подложили. Ой, глупая ты женщина. У любой умной книжки можно прочитать, что невысокие мужчины... Что невысокие? Это что сейчас так называется? Шкарапетичек ты мой. Ой, нашла, нашла. Что такое? Нашла сходство с Эдиком Барановым. Вот она, лысинка. Плешивенький ты мой. Ну не надо, не трогай, шикарно. А волосики-то реденькие. Ой, а чего у тебя такие уши большие? И такой интересной формы. Слушай, никогда таких не видела. А у меня, между прочим, много чего интересного. Ой, ну не трогай, я щекотки боюсь. И, между прочим, голова — это мое слабое место. А вот это я заметила. Ой, везет мне на мужиков таких, Эдик. Совсем слаб на голову, а теперь этот. А жизнь идет. Мне уже далеко не 18. А я еще не была замужем. Работаешь, работаешь звездой который год, а замуж никто меня не берет. Когда я кого встречу? Ну, Вероничка, Вероничка, а может быть, наша встреча в будущем вытечет? Встреча, встреча. Скажи спасибо, что я тебя не убила в тот вечер. Спасибо. Я никогда такого не забуду, твоей доброты. Кстати, вы еще не знаете, как вы познакомились с Арнольдом. А дело было так. Недавно я очень поздно возвращалась домой одна. А двор у меня очень темный, страшный. Иду я и слышу, кто-то с вожделением и страстью сопит мне в спину. Думаю, все, маньяк. Сейчас изнасилует, а потом убьет. Или наоборот. Резко поворачиваюсь и вижу, стоит нечто такое маленькое, незграбенькое, глазками своими из-под лобика, скромненько смотрит и тихенько так говорит. Вы моя любимая ведущая. Дайте, пожалуйста, автограф. И ручоночками своими коротусенькими протягивает мне календарик. Я присмотрелась, на нем женщина, полуобнаженная, знакомая. И смотрелась еще внимательней. А это я. Только голова моя, а туловище чужое. Я вообще гораздо лучше выгляжу. Представляете, а? Представляю. Ты, наверное, такая... Ой, я не про себя, а ты вообще молчи. Додумался подойти к девушке с такой срамотой. А у меня, между прочим, другого календарика с тобой не было. Я тебе знаешь, за какие деньги большие приобрел? Меня? Ну, это, твое фото, вернее, фото кого-то с твоей головой. Угу. Я на тебя, на ее, на вас каждый вечер любовался. Маньяк. А потом случайно на улице увидел и обомлел от счастья. Не поверил, решил проследить. Очень умно. А я... Надо было сразу подойти. А я боялся, а вдруг не ты? Но когда ты поскользнулась и упала в ту яму, а потом так громко вырвалась, я услышал твой божественный голосок, и я узнал свою фею. Я запомнил каждое твое ругательство, звучащее из той ямы, когда ты выкарабкивалась. Только не надо таких подробностей. Ну, это и я решился, подкрался сзади. И я тебя чуть не пришибла. Ну, ничего, я живучий, от любимых рук я все снесу. Ой, ты мой Ромео. Ой, вот так, друзья, мы и познакомились с Арнольдиком. Ты чего? От счастья живу. Ну а потом мне так его стало жалко. Ой, если бы вы его увидели, вам бы тоже стало его жалко. Вот я и предложила ему попробовать вести «Бархатный сезон» на радио. Я не понял. Я чего, если бы они меня увидели, им бы тоже стало меня жалко? Он такой маленький. Между прочим, маленькие мужчины самые сексуальные и темпераментные. Очень хорошо. Только для нашей передачи это не имеет значения. Вероничка, а чем ты занимаешься после работы? Ой, и этот туда же. Очень приятно, что наша программа выходит накануне Дня женщин. Жаль только, вы не сможете прислать свои заявки и поздравления меня с праздником. Ой, а я и забыл. Это ж скоро 8 марта. Готовь подарочек, Арнольдик. Подарочек, подарочек. Слушай, а чем ты голову мыешь? Шампунем. Шампунем? А яким? Я чистая. Ну, это пока. А коли он кончится? Не волнуйся, грязный не буду. А то, гляди, я мог бы тебе на праздник. Ты еще додумался спросить, чем я пользуюсь. Да ладно, что с тебя возьмешь вообще? А вообще, я очень люблю женщин. Ох, еще один Эдик, ясно. Вот не поверишь. Каждый раз 8 марта мне так хочется вас всех обнять, прижать к себе крепко-крепко и поцеловать сильно-сильно. О, батенька, так вы точно маньяк. Так хочется сделать женщинам что-то приятное с самого утра.
зайти к ним в спальню с подносом, на котором будет букетик цветов. Весенних, свежих. Нет, они сейчас, знаешь, какие дорогие. Обойдешься искусственными. И две румочки с водкой. Ну, можно еще хлебушка порезать, огурчика, селедочки. Главное, все красиво разложить. И это, с самого утра выпить за ее женское здоровье. Ой, какое счастье, что я не твоя женщина. Я, если бы с утра 8-го увидела тебя с таким натюрмортом, однозначно понемела. Я думаю, не один я ж таки хороший. Есть у нас на Беларуси добрые мужики. Благодаря таким, как я, наши женщины выглядят такими счастливыми, одухотворенными и жизнерадостными. Да, конечно. Это благодаря вам, женщина со счастливым безумным лицом, летит после работы по магазинам. Там с очень одухотворенным лицом стоит в очереди, а оттуда с жизнерадостной улыбкой и огостиками тяжелее ее килограмм так 20 на крыльях любви летит кормить своих зайчиков, мупсиков, троглодитов. Не понял, что за слово такое? Очень точное слово. А мужики лежат дома на диване, ноги кверху задрав, они устали на работе и ждут, когда их мамочки принесут им в клювике колбаски. Правильно, правильно, надо заботиться о мужьях. А то ж кто ж, понимаешь, еще нас покормит, обстирает. Женщина для этого и выходит замуж, чтобы создать семью, за мужем смотреть, за детьми, дома прибираться, там еды наварить, одежду там простирнуть. Ну не будет мужик, уставший вечером, стирать же свои носки да рубашку. Для этого есть жена. А как же? В этом и есть вся прелесть 8 марта. Женщина может... Запрячь раз в год своего миленького. Зато человек зарплату в дом приносит и, главное, не бьет. Знаешь такую песню? Женское счастье, был бы милый рядом. Ой, такие милые рядом, так и врагов не надо. Ничего, ничего, стерпится, злюбится. Да, согласен, наши женщины в общей своей массе не избалованы. И это очень хорошо. Взять, например, иностранок. Капризные, разнеженные, слабые здоровьем, быстро утомляются. Сидят на каких-то там диетах. Зачем? То ли дело наше. Есть деньги, едят. Нет, не едят. Самая лучшая диета. А ихние автомобили позаводят, ездят, мало двигаются. А наши на своих двоих быстренько так передвигается. Отсюда и здоровый цвет лица. Слушай, я больше не хочу выслушивать твои гениальные умозаключения. Не грусти, всё. Девочка моя, не грусти. Вот увидишь, 8 марта все женщины будут сиять от счастья. С утра их поздравить мужья, потом пригласят в кафе поесть мороженого, а кто побогаче в ресторане, на праздничный обед. Оттуда и на такси домой, а кто посильнее на руках своих жен понесет. А вот это очень спорный вопрос. Кто кого на себе потащит? Обычно жены на себе из ресторанов мужиков вытаскивают. Я смотрю, дорогая ты моя, отстала от жизни. В ресторанах давно не было. А что такое рестораны? Алкоголь, может, перестали давать? Да не, подают, но цены такие. За то, что только понюхаешь, полполучки отдашь. Так что, милая моя, в наши дни в ресторанах не напьешься. Правда, есть один способ. Принести пару литров с собой. Но тогда надо быть очень аккуратным. Хотя закуску все ровно придется заказать. А она, зараза, такая дорогая. И вообще, лучше перед рестораном поесть. А женщину везти, знакомую. Такую, якая мало ест. Ой, какой же ты расчетливый. А кому сейчас легко? А наш бархатный сезончик продолжается. Вы, дорогие друзья, имеете сегодня возможность познакомиться с нашим новым ведущим Арнольдом Кукушкой. И как вы смогли уже понять, это очень любопытная личность. Да я вообще не любопытный, в чужие дела не суюсь. Конечно, Арнольдик, куда тебе с твоим росточком-то в чужие дела? Ну, а характер у меня, могу сразу предупредить, серьезный. Так что попрошу вас, радиослушальники, с глупыми вопросами ко мне не лезьте. Меня на моем участке на старой моей работе жильцы уважали. Представляю, сейчас меня слухают. Якая честь для их. А я, пользуясь случаем, хочу передать привет своему бывшему начальнику Степанычу. Степаныч, ты меня слышишь? Привет тебе! А также хлопцам с нашего ЖЭСа, бухгалтеру Эльвире Афанасьевне. Вот и хорошая женщина. Девчатам нашим, диспетчерам. Веселые они у нас. А когда выпьют, так поют. Может, хватит, а? Сейчас заканчиваю. Угу. И еще хочу передать привет всем родным деревень. Нас в деревне не услышат. Ну так это я могу громче говорить. Тебе ж дело, глупый. А в ком? Ну в радио. О, видишь ты, и тут никакого парадка нет. Ничего, поработаю, ознакомлюсь, разберусь. А я мужик конкретный. Слушай, Арнольд, ты тут недавно спрашивал, чем я занимаюсь после работы. Ага, и что ты мне скажешь? Я так понимаю, ты хотела меня куда-то пригласить? Не куда-нибудь, а в одно место. Что значит в одно место? А то и значит одно определенное для этих целей место. Для каких целей? Для этих? Ой, ну какая ты непонятливая. Нет, я просто подумала, ты хочешь предложить мне провести вечер в ресторане. Но с другой стороны, ты сказал, что водишь туда женщин, которые мало едят. А я очень люблю кушать. Нет, Вероничка, ресторан для такой, как ты, это очень мелко. Ты ж для меня женщина на пьедестале. Я поведу тебя к себе домой. Домой.
Ага, мне Серёвне свежанинки прислали, огурчиков, капустки, нажаром картошки с сальцем. У меня еще полбутылочки Белой Руси осталось. Вчера с товарищем не допили. А, посидим, поговорим, я тебе детские свои фотографии покажу. Телевизор посмотрим. Сегодня вроде фильмы, ничего, такие будут. Потанцуем, а потом я тебе провожу и даже на троллейбус посажу. А потом домой перезвоню, узнать, как ты добралась. Я очень внимательный кавалер, ты меня еще оценишь. А тут знакомство с новым ведущим, моя голова. Я ж тебе говорю, все женщины, когда узнают меня лучше, как человека, теряют голову. А ты мне маленький-маленький, а мы маленькие такие. Ого-го. Ох, я думаю, радиослушатели меня понимают. И за что ж мне такое наказание-то? На телевидении Эдик, на радио Арнольдик. Я надеялась, что он молчать будет, а он оказался таким болтливым, еще хуже Эдика. Хотя хуже Эдика не бывает. Нет, бывает. Вероника, я мужчина серьезный и хочу, чтобы между нами не было неопределенности. Чего? Чего ты хочешь, серьезный мужчина? Ну, пойми, я к тебе очень серьезно отношусь и не могу слушать про каких-то там Эдиков. Зайчик ты мой, да знаешь ли ты, что тебе до какого-то Эдика, как мне до Луны, да я тебе сейчас уже. Понял. Так и без рук. И вообще, мне тут на радио очень понравилось. Кабинетик такой уютненький, люди приветливые, песни такие хорошие передают. В общем, я согласен вести вместе с тобой бархатный сезон. Меня все устраивает. И подушечки мне на кресло положили такие мягенькие, и микрофончик поставили удобно. Тянуться на цыпочках не надо. Все для людей. Все условия созданы. Чудненько. Слушай, птица говорю, да? Я не птица, я новый этот, дисколокей. О, нет, подожди, дикий жокей. Ага. Ой, этот, опять не то. Это, ну, диск-джек. Ой, ну, короче, все поняли. Я еще в новые слова совсем не въехал. И вот наступил тот счастливый момент, когда я могу сказать всем до свидания. Не верю своего счастья. Так мы сейчас ко мне рванем. А, меня сейчас от него рванет. Нет, дорогой Арнольд Сидорович, я сейчас домой. Отходи. А то гляди мне, гляди. Ой, я напоминаю, это была программа «Бархатный сезон» с Вероникой Новой и Арнольдом Кукушкой. Слушайте нас через неделю в то же время. А я хочу поздравить всех белорусочек с 8 марта. Дорогие женщины, если бы вы знали, как я вас всех люблю. Вы бы не выходили из дома. Меня тут перебили. Я продолжу. Я желаю вам оставаться такими же здоровыми, сильными и крепкими физически. Хорошее пожелание, женщина. Родненькие вы наши, берегите нас, мужчин. Ведь мы у вас самое дорогое в жизни. Если бы не мы, то кто бы вас радовал? Чем бы вы тогда занимались? За кем бы смотрели? А дети? Кто бы вам, если не мы, дарил бы таких детей в таком количестве? На этом наш новый ведущий с вами прощается. Хорошего вам настроения, женщины, веселого праздника, дорогих подарков. Откуда в наше время? В стране кризис. Хорошо, что еще зарплату вовремя дают. Красивых весенних цветов, любви, нежности. Пусть в день женщин ваши мужчины вспомнят, что они мужчины, и дадут вам почувствовать себя самой счастливой и желанной. Целую с большим удовольствием. Всех. Ваш Арнольд Кукушка.